Привет, с вами Ицуго. Я покажу вот этот читак. Копочикбай. Вот это читак. Но пока, как по мне, этот читак, ну, трохи туповат, но трохи нормальненький. Так, приступим. Надо выбрать процесс браузера. Выбираем. Так, у меня что-то, у меня какой-то браузер. Открываем. Да, открыли. Сейчас у нас первым предстоит полет. Хе-хе-хе-ха-ха-ха. Выбираем полет. Так, ждем. Что-то нудно. Чмо грузись. Комф вообще мусор. О, у меня. Смотрите, все пашет. Ура! Полетик халявный! Ура, ура! Чтобы всем такой полетик халявный был. Ура! Ха-ха-ха-ха. Так, следующий у нас предстоит быстро строить-рушить. Хе-хе. Так. Так, выбираем. Вау, это же спидхак! Спидхак! Он рушит быстро! Смотрите! Жесть! Вау! Строит! Да, это же правда, тут не врут я даже. Я думал, туда все полные такие, ну, убилы. Так. Так, мини строить и рушить. Это, я думаю, уже быстрее будет. Да. Меч крутится быстрее. Да, не, я думаю, тут медленнее, да. Так, фигня, значит. Так, на специальный спидхак. Я думаю, это бегать, наверное. Так. Ура! Супербег, ура! Бег. Прыгаем. Прыжок. Ай, я лечу. Ура! К небу, к богу. Так, мега-кирка. У нас мега-кирка. Чё она делает? А, наверное, с одного удара рушит. Да, я прав. С одного удара. Вот, да, видите, все с одного. Я хотел вам комбинацию показать, но у меня времени не хватает. Попробуйте, вот, например, мега-кирка, и вы быстро строить и рушить, попробуйте. И все будет зачетно. Так, длинная кирка. Так, что длинная? А ну что-то она такая тупая, не понял даже. Так, длинный прыжок, не надо ходить сквозь стены. Так, попробуем. Ходить, значит. Вау, мы пронзили дерево и упали. Хе-хе, да, это чит, ну, топ отват, как меня могли бы и лучше сделать, это читак, мир в 3D, ва-ха-ха, хай, крутяк, хе-хе-хе, а, все равно неинтересно. Так, респаун без полета, это чё-то? А, вот это, прикольно, так, бессмертие, так. Сейчас я, пацанчики, паузу нажму, зайду на войну и будем мочиться.